Приветствую всех. Я хочу поделиться своим опытом посещения консультации у замечательного специалиста Максима Бондаренко. Я к нему обратилась с такой проблемой, что делаю действия для достижения своей цели, но это не вижу результата. То есть постоянно туда вкладываюсь, трачусь много энергии, а результата никакого нет. И вот Максим мне помог разобраться с тем, что, оказывается, я не туда вообще направляла свой фокус внимания. То есть энергию сливала туда, где не надо сейчас уделять внимание. Нужно сейчас сосредоточиться на абсолютно других делах. И вы знаете, после того, как я это поняла, после того, как Максим помог мне с этим разобраться, у меня в жизни реально все начало планироваться. Начало действовать в соответствии с тем, как я себя наметила, дальше свое продвижение по целям, не сливая энергию как бы в будущее, туда, где еще не стоит фокусировать свое внимание. И дела мои стали идти намного лучше, за что я очень благодарна Максиму. Поэтому я очень вам рекомендую настоятельно, если у вас такие же есть проблемы, когда вы как белка в колесе вкрутитесь, что-то делаете, но результата не видите, Максим поможет, я думаю, так же, как и мне, эффективно вам справиться с этой проблемой. Максим, а вам огромная-огромная благодарность за то, что вы мне помогли решить этот вопрос.